Ах, прошлое, какая ностальгия, какое буйство эмоций! Ничего не помню. Древесина сосны? Хочешь сосну? Хочу. Ну и где? Ладно, я выкручу тебя из этой ситуации. Просто сделаю верстак. Возможно, за него дают ачивку. Так, сундук. Стрелы и лук! Те самые лук и стрелы, понял? Лук и стрелы были, да? Да-да, лук и стрелы. Что делаем? Наверное, идем обратно? Ну ладно, пошли. Что? То есть ты серьезно мне даже не подскажешь, что нужно стрельнуть в эту мишень? Ты что, издеваешься? Нет, я вообще не хочу ничего говорить. Стоп! Нет! Это не конец! Нет! Не говорите, что... Тут есть свой менеджер! Пошел! Нет! Это жесть какого-то! Нет, нет, нет! Как это возможно? Это карта на месяц игры! Это нахрен это все! Нахрен это все! Я не хочу больше! Плавает как-то армян в речке, понимает, что начинает тонуть. И как назло забыл слово «тону». Решил импровизировать. Тонет и орет. Ах, последний раз плаваю! Хороший, хороший. Короче, один черный пошутил, но никто не выкупил. Боже, Рома! Славенько, подожди, подожди, сейчас еще раз. Давай, исправься. Сейчас, сейчас, сейчас. Как узбеки назвали своего сына, который пережил клиническую смерть? Так. Камбэк. Карлсон, почему ты плачешь? У меня штаны с пропеллером улетели. Да и хрен с ним. Да. Ты засмеялся даже раньше, чем шутка закончилась. А что там, раз я уже ел шутки? Да ни хрен с ним. Ты должен просто сказать, о, вот. Сейчас скажу. О, да. Хотя бы сделай вид, что ты что-то сказал просто для меня. Я собак. О, да, вообще. Пошел.